Всем привет! Поговорим о настройке звука в OBS Studio. Тут вот я покопался некоторое время, нашел пару любопытных нюансов. Ну вот смотрите, первое. В настройках идем на выход, аудио. Поставил по 96 две дорожки, потому что получается меньше размер выходного файла. Дальше, значит, здесь стояло 100 с чем-то, тоже поменял на 96. Контейнер выбрал матроска. И от руки вписал Vorbis. Нажал на применить, и практически здесь все было сделано. Здесь поставил практически все фильтры. Все по умолчанию. Усиление, вот видите, 0 стоит. Добавляются фильтры просто, вот на плюсик нажимаете, там компрессор добавляется, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот в принципе, все настройки по OBS Studio. А теперь смотрите сюда. Идем, значит, в настройки звука вот здесь. Значит, здесь в настройках звука, вот у меня, объем динамиков или громкость динамика выставлена на 50%. Вот микрофон. Вот микрофон. У меня, я раз 10 это проверял, сам автоматически устанавливается на 46%. Я ставил там и на 60, на 70, на 80, на 100. Ну, на 80, на 100, там на 70 получалось дребезжание. В принципе, у меня нормально работало на 60 и на 65. Но вот этот вот дружочек сам почему-то на 46% определяет уровень записи. Значит, и после выключения, нового включения, он сам устанавливается на 46%. Как говорится, система сама знает, что ей лучше и приятнее. Ну и здесь видно по ползунку монитора, что он нигде, как говорится, на мониторе, что он нигде не зашкаливает. Вот таким вот интересным образом, значит, все это дело выставляется. И теперь, как же это все дело можно еще проверить на редакторе звуков. Значит, вот сейчас покажу. Итак, если вы собираетесь делать новые настройки, то вот сделайте паузу в секунд на 5, на 10, чтобы, скажем так, уловить начальный уровень или пороговый шума, характерный для данного места, откуда вы ведете запись. Объясню почему чуть позже. Вот смотрите, 10 секунд. Итак, значит, если вы собираетесь делать более тонкие настройки, при помощи там подгонять, редактировать ролик при помощи аудиоредактора, вот посмотрите здесь. Значит, ну я просто-напросто вот возьму сейчас, перетащу этот ролик вот сюда. Здесь, значит, мы его несколько увеличим. А вот, допустим, этот участочек, насколько я понимаю, не содержит звуков. Мы проверяем. Не содержит. Вот в эффектах я его заведу, подавление шума, сделаю модель шума, два клика выделить весь ролик, эффекты, подавление шума и применить ко всему ролику. И видите, вот этот фоновый шум, как говорится, он по максималке взял и уменьшил. Вот если посмотреть, видите, да? Вот. Здесь тоже он уменьшил все это дело по максималке. То есть вот таким вот образом редактируется аудио и видеоролики вот, при помощи таких вот манипуляций. Ладно. Значит, в принципе, даже того качества, которое мне удалось добиться у вас здесь,
Мне вполне хватает. Ну, а если вы хотите улучшить качество звука в своем видеоролике, то пользуйтесь аудиоредактором. Значит, вот здесь вот я делал ролик недавно по звуковому редактору, и в то же время как уже подставлять ролик из звукового редактора в видеоредактор, как отключать звук на основной дорожке, подключать звуковой файлик. Здесь все подробно написано, но звук еще вот в этом ролике не очень. А вот уже в данном ролике звук, я думаю, что будет несколько получше. Ну ладно, всего вам доброго и до новых встреч.